Иди сюда, тебе говорят. Ты знаешь, Илюшка, Зойка страшно переменилась, просто не узнать. Она сказала, что видела смерть в глаза, и что из-за этого она сразу выросла. Это именно правда. Ну и какая же она теперь? Совершенно другая. Она теперь с разными летчиками, они все герои. На нос капитан, один майор. Ну и очень хорошо. А как же ты будешь лейтенант из соседних? Как-нибудь. Ну что ты сделаешь? Ну, ничего. Ну что ты можешь сделать? Ну что? В общем, иди вон. Тревога. Ну и что? Дети, давайте в убежище. Ну, а вы, герой-летчик? Пожалуйста, в убежище. А что там делать, папа? Так ведь пока вы еще всех немцев не истребили, идите в убежище. Thank you.
пять быков прилетел. С Кёнигсберга, наверное. За 1000 километров притопал, под столом лазит. Братцы, кто-то едет. Где? Соловьев, есть пари М-ка? Ладно, Зис. Тебе полуторка. Если М-ка, ты меня бреешь целую неделю. И я вместо Гончарова хожу на медпункт. Медпункт не пойдет. Только медпункт. Не пойдет. Медпункт? Не пойдет. Медпункт? Не пойдет. Медпункт? Ну не пойдет. Да бросьте вы спорить, пикап. Где пикап? Ну вот пикап. Пикап, ничья. Как это ничья? Пикап, ты тоже М-ка. Завод тот же, мотор тот же. Проиграли? Это еще спорный вопрос. Да ну какой там спорный вопрос? Не нужно было поддаваться нездоровому азарту, товарищ. Эскадрилья номер 2-10 самолетов. Все самолеты в исправности? Все. А? Все. Что такое? Опять этот амбар здесь. А? Быков прилетел. Ведь снова будет бензин клянчить. Да. Гоните вы его. Есть. А ну, братцы, отучите, он на наш аэродром садится. Давай, Миша, давай, давай. Давай, медведь, ползи, ползи. Выдерживай направление. Миша, не охай. Включай все моторы, ползи, Миша. Будет знать, как с истребителями тягаться. Ну как? Ну еще партию хочешь? Нет, мне над Кёнигсбергом было легче летать, чем у вас, Сергей. Лейтенант Стрельцов явился в распоряжение командира полка товарища Балашова. Миленькой, неужели вас прислали к этим разбойникам, а? Это вот к нему. Здравствуйте, товарищ. Товарищ подполковник, лейтенант Стрельцов явился в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы. Здравствуйте, лейтенант. Здравствуйте, товарищ подполковник. Здравствуйте, товарищ. Приземлялся? Было. Лейтенант. Только что из школы. Из школы, товарищ подполковник. А? Из школы, товарищ подполковник. Зовут Илья... Стрельцов, товарищ подполковник. На каких машинах летали? На Чайке, на И-16. У-2, конечно. Как у вас с ночными полетами? С ночными полетами... Лейтенант Демин, на перевязку. Зоя! Зоя! Илюша! Лейтенант Стрельцов. Простите. Я вас слушаю. Извините меня, это такая неожиданность. Это очень скверно, что ночные полеты для вас неожиданны. Нет, я не о том, товарищ. А я о ночных полетах. На то вы и летчик, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Сейчас батя выдаст свое, привыкайте. Нет, рано. Ха, пари, протигар против зажигалки. Ладно, я его привыкать, я до сих пор помню. Ну что ж, товарищ лейтенант, придется вам присмотреться к нашим порядкам. Передайте в штаб. Есть, передайте в штаб. Присмотритесь, познакомьтесь, одним словом. Привыкайте. Еще есть. Давай, давай, давай. Да она не загорается. Загорится. Боевая тревога. Боевая тревога. Под самолетом. Доложите начальнику штаба, что я буду на старте. Я и доложить начальнику штаба, что буду на старте. Да.
Скорее возвращайтесь! Сергей Николаевич, Мелин, не прилетайте! Только! До свидания! Доброго пути, лейтенант! Скорее прилетайте! Только! До свидания! Проводила, Зоенька? Проводила, товарищ подполковник. Лейтенант Петров. Семьдесят вторая опоздала на 12 секунд. После полета летчика ко мне. Есть. Товарищ подполковник, разрешите обратиться. В чем дело? Можно и мне. Что? В воздух. Какой воздух? Ну, в воздух подняться. Вы обедали сегодня? Я нет, но я не голоден. А вы не в гостях, лейтенант. Вот завтра, часиков 7:30, мы вас попробуем. Посмотрим, что вы умеете. А пока идите, обедайте и привыкайте. Есть обедать и привыкать. Разрешите идти? А? Идите, идите. Что-то странное с нервной системой. Я бы хотел с вами поговорить особо. А зачем же со мной-то? Я вас лучше запишу к доктору Зорину. Придите к нему завтра пораньше. Нет, голова-то у меня само собой. Болит, конечно. Ах, болит. Болит. Ну вот тогда вам порошочек. Запейте. Да ничего, я привык. Здравствуйте, Зоя Владимировна. Здравствуйте, нас. Голова? А? Ужасно. Пустите больного. Это выбор больной. Ну, у меня свои есть. Здравствуйте. А вы почему здесь? На каком основании? А пари? Какой пари? А я пришел за порошком головной боли. Нет, ему, Зоя Владимировна, он проиграл пари. Какой пари вы проиграли? Да машину не угадал. Да, кстати, Зоя Владимировна, что это за Илюшенька такой приятный? Да-да, расскажите. Ну-ка, отвечайте. Это просто Илюша Стрельцов, мой товарищ. Мы с ним вместе росли на одном дворе. И выросли. Да, он мой друг детства. Знаете, Зоенька, я, конечно, не психолог, но при встрече с друзьями так не краснею. А я и ни капельки не покраснела. Да. Правда, Сергей Николаевич? Конечно, нет. Ну, что ты, конечно, когда мой свидетель, вы лучше скажите, чем пленил вас сей юный. Ловкостью, конечно. Да нет, стихами. Он стишки, наверное, пишет, да, Зоенька? Кстати, он пишет очень неплохие стихи. Стихи, Зоенька, что мне раньше об этом не сказали? Пожалуйста, господи, боже мой. По улице ходила большая крокодила. Она голодная была. Илюша, ну входи, входи. Ну вот, теперь мы можем с тобой поздороваться. Здравствуй. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Илюша, иди сюда. Сестра, ведомость. Сейчас несу. Вот, знакомьтесь, это лейтенант Стрельцов, товарищ. Стрельцов. Очень приятно. Ну, товарищ лейтенант, голова болит, за порошочком не здоровится, да? Нет, ничего, спасибо. Зоя, мне нужно с тобой поговорить. Хорошо. Нет, мне надо сейчас. Так спешно? Да, ну. Товарищ, а не сгонять ли нам партию в козла? Точно. До свидания. До свидания. До свидания, Зоенька. Всего доброго. До свидания, Зоя. До свидания. Спасибо, Зоенька. Голова прошла. До свидания. До свидания.
чем дело, Илюша, что случилось? А то случилось, что я хочу сейчас же знать, любишь ты меня или уже нет. С ума сошел, честное слово. Что? Сестра! Иду, подожди меня минутку. Он, по-моему, все-таки обиделся. Да ну и пусть подумает. Что он, шуток не понимает, что ли? А знаете, у него довольно-таки симпатичная рожа, а? А истребитель из нее не выйдет. Отручаюсь. Ну, это посмотрим. Пари. Пойди со своим пари. А, собственно, что мы от нее хотим? Чтобы она так вот и проболталась с нами всю жизнь? Я ни на что и не претендую. Она мне вроде как сестренка. Другой раз придешь от фрица, там еще вот. А с ней поговоришь, посмеешься. Смотришь, отошло. А вот теперь около нее будет махать крыльями эдакий петух. О, поползли. А у меня действительно такая сестренка была. В Минске осталась. Так я перед вылетом как глянул на Зою, так немец, сволочь такая, не попадайся. Да ладно, ладно. И что она в нем нашла? А вот верно, ради бога, а? Знаете что, товарищ, давайте-ка в чужие лучшие дела не соваться, а то... Так-то оно лучше будет. Ты не можешь себе представить, до чего мне странно, что ты здесь. И такой же, как был. Ни капельки не переменился. Зато ты переменилась. Я? Я просто очень много видела за это время. Раз, два, три, четыре. Зайка. Ну вот, сбилась. Меня уже 100 лет никто не называл зайкой. Всего 3 месяца. Да, но это 3 месяца войны. Зоя, скажи прямо. Ты меня больше не любишь, да? Фу, какие глупости. Почему ты это решил, Илюша? Все по-прежнему. Вот уж неправда. Не смей говорить неправду. Я не слепой. Как ты меня встретила там у подполковника? Ты стыдилась меня. Я не стыдилась, а мне просто было неловко. Ах, неловко, да. А твоя записка. А ты не кричи. Я не кричу. А сейчас вот здесь ты ведь смеялась надо мной вместе с ними. Вот с этими твоими ухажерами. Ты не смеешь так говорить. А, заступаешь? Да-да, потому что ты не смеешь так говорить. Это люди, которые по нескольку раз в день рискуют жизнью, и потом они героически защищают Москву. Ничего, мы еще посмотрим. И смотреть-то нечего. Все они смелые и настоящие, а тебе до них еще тянуться и тянуться. Ну да, они все настоящие, а я не настоящий. Не настоящие. Ну и чудесно, ну и чудесно. Ну и чудесно. Ну и чудесно. Ну и... Ну что ж, пошли. Ну, какую машину он ему даст? Неужели миг? Жизнь не даст. 2016 или на чайку посадит. Я командирскую систему знаю. Ну, ясно. Проверить оружие? Работу рации, полет в зону. Точно! Вот ваша машина. Проверить оружие, работу рации. Полет в зону. Сделайте боевые развороты, бочку и мельман скольжение. Наблюдать за сигналами на аэродроме.
Время 20 минут. Исполняйте. Есть исполнение. Ни пуха, ни пера, товарищ лейтенант. Взлетел. Ага. Значит, он взлетел, и надо еще сесть. Ребят, вот у нас случай был. Да. Тоже так один взлетел, а сесть-то ни-ни. Летал, 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 летал. И знаете, чем кончился? Он сделался вечным спутником Земли. Ничего, неплохо, а? Хорош. Воздух, квадрат 21, курсом 80, высота 2500, два разведчика, 9-15. Сообщить командиру полка о приближении двух самолетов противника. Первый эскадрилья, положение номер один. Есть, первый эскадрилья, положение номер один. Товарищ командир полка, запла два разведчика. Сообщить Стрельцову о немедленной посадке. Есть, сообщить о посадке. Какие позывные чайки? 9-12. 9-12. Я лебедь-1. В квадрате 21 противник. Немедленно на посадку. Я лебедь-1. Куда он лезет? Это прямо на них. Вот где же нужно набирать высоту? Высоту! Стрельцов, что вы делаете? Немедленно набирайте высоту! Высоту набирайте! Какого черта вы повисли над ним? Атакуйте снизу! Снизу атакуйте! А мне он нравится, смелый мальчонка. Садитесь. С первого раза сбить ем, а? Вот счастье. Да, хорошо будет драться, парень. Поздравляю вас, товарищ лейтенант. А? Здорово это.
А у парня очень хорошие данные. Да какие там данные? Подвезло и все тут. Она не загорается. Давай, давай. Счастливчик по всем статьям. Я вам говорю, что у нее настоящие данные, которым можно позавидовать. Ну и везение, конечно. А вы не завидуйте, товарищ капитан. Может, и вам повезет. Я тоже надеюсь, лейтенант. Ну вот. Петушок. Чудо. Товарищ подполковник, выполняя ваше задание, встретил немецкий самолет. Вступил с ним в бой и сбил его. Сбил? Сбил. Во-первых, почему не пошли на посадку по моей команде? А? А во-вторых, надо уметь при сближении с противником быстро набирать преимущество в высоте и знать его сектора обстрела. А то подставил себе под огонь противника. Вот. Ну, а дрался смело. И за сбитый самолет противника объявляю благодарность. Служу Советскому Союзу. Надо отрабатывать технику пилотирования и изучать тактику воздушного боя. Вот. Назначаю вас во вторую эскадрилью капитану Гончарову. Понятно? Понятно, товарищ подполковник. А вот то, что у людей он по 6-7 фрицев сбит. А я что? Ну что я, ну что? Ну, ничего. И потом меня сюда прислали с немцами драться. А он меня целый месяц мурыжит тут на этом вот барахле. А чем она плохая? Вы на ней немцы сбили. А? Немцы, просто счастливый случай. Вот тоже заладили. Счастливчик, счастливчик. А вы, ну, товарищ лейтенант, поговорите с капитаном. А Гончаров, он человек справедливый. Я с ним разговаривать не буду. Я ему... Потому что он меня ненавидит. Зря вы этого. А я говорю, ненавидит. Учит он вас. Учит. Смотрите, как летать стали. Любо дорого. Именно что дорого. Припекло. А, счастливчик, здорово. Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Ну как, привыкаете? Нет. Куда это? А я здоров и в порошках не нуждаюсь.
сегодняшнего дня отменяю все отпуска, устанавливаю круглосуточное дежурство всего состава. Товарищ на штаба, прикажите начальнику ПАО усилить наземную охрану аэродрома. Есть. Возможно, десант. Также возможно массированный налет противника. Короче говоря, Можайск. Силы людей будем беречь. Но уж если... Сами понимаете. Мы защищаем небо Москвы. Москвы. Я заверил командование, что мы это хорошо понимаем. Капитан Гончаров? Есть. Капитан Федоров, выделите каждый из своего состава эскадрилий звено особого назначения. Определите людей. Старший лейтенант Щербина. Старший лейтенант Алексеев. Есть. Старший лейтенант Кожух. Лейтенант Стрельцов. Подумай только, подумай. Вот так. Ай да мы, молодец, Илюшенька. Мимо. Мимо, а вот так вот. Мимо. Ах, мимо. Мимо, значит. Подумай, Стрельцов, подумай, хорошенько подумай. А вы как? Мимо. Ах, ты ростюшенька-то моя, а? Играй. Боевая тревога. Боевая тревога. Вторая эскадрилья по самолетам. Проиграем потом. Кости по карманам. Ход твой. Твой. Thank you.
полковник, бой закончен. Так. В квадрате 32 сбиты Юнкерс 88. Самолеты и экипажи сгорели. Так. Один Юнкерс прорвался к Москве и сбросил бомбы. Остальные развернулись курсом юго-запад. Дайте приказ о посадке. Время истекает. 9-5, 9-7, воздух. 9-12. В квадрате 33 наш истребитель пошел на преследование сбросившего бомбы Юнкерс 88. Кто этот сумасшедший? У него сейчас кончится бензин. Надо следить. Я 9-1. Где находитесь? Где находитесь? Я 9-1. 9-12. 9-4. Я 9-1. Где находитесь? Где находитесь? Я 9-1. Разрешите обратиться. Говорите. Товарищ подполковник, все летчики сели, кроме старшего лейтенанта Щербина и лейтенанта Стрельцова. Да-да. С ними потеряна связь. Воздух! Наш истребитель за линией фронта таранил Юнкерс 88. Самолет противника упал. Наш самолет пошел на снижение. Так. Оповестите посты в нос, чтобы следили внимательно. Свяжитесь с западными аэродромами. Возможно, посадки у них. Есть связаться с западными аэродромами. Капитан Венчаров, идите отдыхать. Есть. 9-12, 9-4, я 9-1. Где находитесь? Где находитесь? Связи нет ни с тем, ни с другим. С центрального поста сообщили, что один наш МиГ пошел на таран у линии фронта. А другой? О другом вообще ничего. МиГ бензин осталось минуты на 12. Тихо.
так не простим. Славёк, давай. Борисов, давай. Стрельцов, счастливчик. А где Стрельцов?
Ребята, сюда! Это наш. Осторожно. Документов нет. Кажется, письмо. Москва, Большая Якиманка, 24, квартира 10. Илья Иванович Стрельцов. Давайте-ка. Там нужно белье. А твои книги, а продукты, а платья, мама. Делайте, что хотите, я никуда не поеду. Очевидно, ваш сын. Илья Иванович Стрельцов. Сын. Нет, простите, тут какая-то ошибка. Видите ли, мой сын действительно летчик-истребитель, но самый обыкновенный и совсем недавно. Это вы что ведь путаете, уважаемый? Да нет же, нам только что в редакцию сообщить, что ваш сын получил звание Герой Советского Союза. Его можно видеть? Чего на 2 минуты? Он спит. Мой сын спит. Папа, что случилось? Наташенька, тут товарищ пришел, герой какой-то, говорит. Маша! Машенька! Что случилось? Машенька! Машенька!
Илюша, Илюша, милый, прости. Илюшка! Илюшка, сумасшедший, да просыпайся же ты! Ты же герой! Слышишь, герой! Илюшка! Боже мой, а? Машенька! Спасибо. А теперь попрошу группу, а? Пожалуйста, сюда. Нет, что же мы тут, Илюшенька, а? Лейтенант Стрельцов слушает. Да? От командира полка, да? Есть. 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 Да-да. Да-да. Да. Есть. Буду. Буду. Всего. Илюшенька, вот товарищ. Срочно вызывать на аэродром. Илюшенька, ведь мы уезжаем сегодня. Знаю, мама, но с какого вокзала? С Казанского. Я приеду. В котором часу? В 8. Я приеду. Товарищ, он же ничего не знает. А мы его даже не поздравили. Приказанию явил. Вот молодец, вовремя. Бери машину и воздух. Зон номер 4, высота 3000. Выполняйте. Есть, выполняю. Да, Стрельцов. Что же это мы? Даже не поздравили. Вижу фрица, иду в атаку. Стрельцов.
Стрельба! Давайте помогу, товарищ Штей, давай, давай. Счастливчик, как дела? Порядок. Счастливчик, это ты юнкость приложил? А, да нет, удачно, удачно. Дай, ну. Малинин! Ну что там? Потом ты услышишь. Дай докурить. Дай, кто тебе? Ну, давай. Номер 3. Товарищ майор, остаетесь за меня. Вылетаю в зону 3, высота 4000. 05, квадрат 69, курс 360. Товарищ подполковник, в 4-й зоне навязал юнкер сухой и поджег его. Свою машину знаю, я... Знаю, все знаю. Молодец. Дался, как подобает герою. Тяжелая ночь сегодня. Будут сволочи к Москве. Что еще и... Машину мне! Ракитин! Машину мне! Машину, Ракитин! Машин нет, товарищ лейтенант. Все возле. Как, совсем нет? Ни одной. Что же делать? Ракитин. А Чайка? Вот верно, Чайка. Подготовьте мне чайку. Товарищ лейтенант, нельзя на чайку. Почему нельзя? Смотрите, какой налет. Разве можно не годится? Товарищ Ракитин, я приказываю немедленно подготовить чайку к боевому вылету. Понятно? Понятно. Выполняйте.
Есть выполнять, товарищ лейтенант. Илюша? И быстрей, быстрей! Здорово. Здравствуйте. Как дела? Ни один самолет к Москве не прорвался. Ну что ж, хорошо. А про Гончарова слышал? Что? Тяжело ранен. Да. Видел, как таранил Юнкерс. Товарищ командир полка, Стрельцов разбился. На чайке пошел. Черт. Илюша, счастливчик. Ну как ты, а? Ничего, товарищ командир полка. Привыкаю. Ранения тяжелые? Видимо, да. Выживет? Сейчас трудно сказать. Доктор! По самолетам! Товарищ майор полка, Москва на проводе. Передайте Москве, командир вместе с полком ушел в воздух. Thank you.
Сергей Николаевич. А, Сергей Николаевич. Успокойтесь. Я спокоен. Сергей Николаевич. Что, Илюша? Больно? Немножко. Больно. Ничего. Надо потерпеть. Сергей Николаевич, ну неужели это конец? Ай, как это не вовремя. Сколько тебе лет, Илюша? Мне 20. Ты один, матерь? Сын. У мам. Один. Вот видишь. Теперь я тоже у матери один остался. Нет, Илюша. Нам с тобой нельзя умирать. Нельзя. Мы еще с тобой воюем. Правда? Ах, быть бы сейчас здоровым и летать бы. Вот я сегодня ночью, как закрою глаза, так опять эта земля, по которой я шел, черная вся, пепел, и одни печки остались, печки, 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 капуста в огородах. И та черная. Ух, сволочи, что наделали. Бить бы их сейчас, сволочей, бить. Сергей Николаевич, если выстроим, ну, если выстроим, давайте летать в паре. Ох, уж будем драться, а? Ну вот, это дело. А ты... Сергей Николаевич, а сказать вам правду, я ведь вас раньше не любил. Это верно. Зою к вам ревновал. Вот глупый был. Не понимал, что значит военная дружба. А теперь мы с вами друзья. Верно, Сергей Николаевич? А, Сергей Николаевич? Сергей Николаевич? Уснул, наверное. Это хорошо. А, здравствуйте, товарищ подполковник. Здравствуй. Здравствуйте. Ну, как у вас тут дела? Ничего. Товарищ подполковник, возьмите нас отсюда куда-нибудь к себе, поближе к аэродрому. Мы там скорее поправимся. Ну, ты лежи, лежи. Лежишь здесь, ничего не знаешь. Товарищ подполковник, как дела на фронте? Что, плохо? Почему плохо? Хорошо. Отлично. Немцев так ударили, бегут от Москвы за милую душу. Правда бегут? Сергей Николаевич, слышите? Немцы бегут. Сергей Николаевич. А почему он молчит? Тихо, тихо. Нет, почему он молчит? Спит, потому и молчит. Нет, товарищ подполковник. Ты вот что, ты помолчи. Тебе, наверное, разговаривать нельзя. Ну, будь молодцом, выздоравливай.
Сергей Николаевич! Голова не кружится. Чуть-чуть. Поедем лучше на метро. Нет, я 1000 лет не ходил по Москве. Только и видел ее сверху, на виражах, да и то ночью. Да, Москва. Ох, и дрался же народ за нее. Страшно вспомнить. Хорошо дрался. А вообще, ты мог тогда себе представить, чтобы по Москве ходили немцы? Не говори глупости, этого вообще нельзя себе представить. Нет, серьезно, ну вот... Брось. Я рассержусь. Ох, какой сердитый. Да. Пожалуйста, я не буду сидеть. И вообще могу с тобой не разговаривать. Ну, знаешь, машина, по-моему, первоклассная. Хорошо. Ну, а как с вооружением? О, сам посмотришь. Ну, так надо скорее ехать. Завтра посылаем. Товарищ полковник, дежурит 3-я эскадрилья. Первой готовности 2-е звено. Доложил капитан Соловьев. Здорово, капитан. Ну, как твои питомцы? Как здоровье Сергеева? В порядке. Доложили, что рана не опасная. Ну что ж, очень хорошо. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Говорите. Младший лейтенант Губкин явился в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы. Из школы? Из школы. А-а-а. Ну что ж, обратитесь к командиру 2-й эскадрильи. Есть обратиться к командиру 2-й эскадрильи. Разрешите идти? Идите. А? Разлёты летать оползаешь. Щербина забыл, как 2 раз подряд полз. Младший лейтенант Губкин явился к командиру 2-й эскадрильи. Кого-кого? К командиру 2-й эскадрильи. А вот он и есть. Бандиты. Товарищ капитан, младший лейтенант Губкин явился в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы. Здравствуйте, товарищ младший лейтенант. Здравствуйте, товарищ капитан. Только что из школы, наверное? Только что из школы, товарищ капитан. На каких машинах летали? На «Чайке», на И-16 и на «Миге». А как у вас с ночными полетами? Осваивали? Осваивал, товарищ капитан. Так. Ну что ж, товарищ младший лейтенант, устраивайтесь. Походите, посмотрите. Одним словом, привыкайте. Есть привыкать, товарищ. Можете быть свободны. Боевая тревога. Эскадрилья по самолетам. Зоя! Зоя! Илюш! До свидания, родная. Возвращайся скорее, Илюш.